Здравствуйте, друзья! С вами Александр Пчела. И сегодня я хочу презентовать свой первый курс «Технические семьи на пасеке». Из этого курса вы узнаете, что такое технические семьи на пасеке, для чего они нужны, и как их использовать. В настоящее время, ввиду отсутствия стабильных медоносов и огромного влияния погоды на медосбор, необходимо принимать действенные меры для увеличения медосбора. Об этом мы и поговорим в этом курсе.